Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу удивительный продукт, который вышел в компании Oriflame, и этот продукт нужен, по моему мнению, практически каждому человеку. И это великолепный набор для педикюра. Вот там в каталоге такая вот щетка, показываю вам эту щеточку отдельно, и у этой щетки есть три насадки. Итак, первая терка, она встроена сразу. То есть она уже вот прям вот здесь, вот здесь, вот здесь. Такая терочка. Далее есть щетка пемза, то есть терка пемза. Из интересного такого материала, не как мы привыкли, раньше продавали пемзы, это такой был кусок камня, и откуда-то его добывали, и бабушки на рынке продавали такие пемзы. Это очень интересный материал, такой прикольный, он даже на цвет тут полупрозрачный. Следующая насадка, это уже полировщик, такая вот нам уже привычная пемза, которая часто выходит и в Oriflame в разных модификациях, есть поуже, пошире, а здесь вот она в качестве насадки. И одна насадка, это просто щетка, очень жесткая, такая серьезная щетка, которая прям продирает всю кутикулу, ногти, всю грязь выдирает из-под нее. И, в принципе, у меня была идея снять просто, как я делаю педикюр. Но я, наверное, все-таки стесняюсь. Не знаю, мне как-то некомфортно. Я даже уже вчера села в тазик и начала все это раскладывать. Но потом поняла, что как-то не очень мне это по кайфу. И я решила просто рассказать, как оно все происходило и какой эффект я получила. Ну, уже, мне кажется, по моим глазам видно, что я в восторге от этого продукта. Ну, отвечу вам на самый главный вопрос. Насколько удобна эта ручка? Потому что ручка такая сильно-сильно изогнутая. Здесь у нее есть впуклость, здесь выпуклость. И вот когда я держу ее вот таким образом, то есть теркой наружу, то мне достаточно прям удобно. Сразу скажу, что щетка из рук не выскальзывала. То есть она прям так хорошо-хорошо держалась в руках, я отключила телефон. А вот когда я переворачиваю, что немножко, ну, странное какое-то ощущение держать ее наоборот. Но самое главное, что она крепко держится в руках, не выкручивается, не выскальзывает. Потому что если бы у нее был тонкий держатель, то она бы просто в мокрых, скользких руках вся бы крутилась. За счет вот этого изгиба она очень плотно сидит у нас в руке. Вот, как работают насадки. То есть сначала я распарила хорошо-хорошо ноги в тазике такой сильно теплой водой. Я добавила туда масло, массажное масло, просто у меня еще спа осталось. Можно добавить любое масло или пену, гель для душа, то есть все, что вот размягчит воду и размягчит нам ноги, поможет размягчить. Далее я сначала вот этой теркой прошлась по пяткам и главному пальцу, который самый грубый, потому что обычно натоптаешь, получается вот на этом пальце. А вчера я как раз только приехала с дачи, и у меня ноги были прям готовы к педикюру, прям основательно. И я этой теркой прошлась. У меня было некое беспокойство, я переживала. А вдруг сдерет слишком сильно кожу, а вдруг мне будет больно, а вдруг до крови сотрет. Потому что когда я тру морковку на подобной терке, мне очень страшно. Я даже это стараюсь не делать, а отдавать морковку Мише, чтобы он это сделал. На самом деле терка очень классно справилась. Все сняла всю ненужную мертвую кожу, не обнажив лишнего, да, то есть мне комфортно, никаких болевых, неприятных ощущений вообще нет. Вот это супер. Далее я принарядила с другой стороны. Вот просто смотрите, вставляется так следующая насадка. И ей прошлась по всем ножкам. Кстати, я использовала скраб-новинку с манго и женьшенем. Потрясающий, чудесный скраб, классный аромат, отличные вот эти отшелушивающие частицы, их достаточно много, они достаточно крупные для того, чтобы ноги просто отполировать. Ну, фантастический этот скраб для пяточек. Я отполировала, уже сняла еще один слой, то, что не, ну, терка сняла, например, не до конца, и на ощупь немножечко было как-то кожа корявая. То есть я еще грубой вот этой частью все это сделала, потом сняла. Кстати, я переживала, как будет сниматься. Достаточно комфортно, то есть вот я сбоку поддеваю, вот так вот чуть-чуть, и абсолютно спокойно снимаю с любой стороны. Нет, с этой удобнее,
когда я ручку держу, то есть она вот так плотно сидит, вот так вот спокойно сняла. Я взяла другую насадку и одела ее вот с этой стороны. Вот так. Она прям защелкивает, тоже легко снимается, но держится плотно, она просто так не соскользнет. То есть она вот прям вот классная. И уже полировщиком я отполировала все, что прошлась грубыми насадками. Ножки стали гладкие, гладенькие. И потом я сняла эту насадку и одела щетку. Щетка тоже вставляется с этой же стороны. Сейчас, секунду. Вот, другой стороной. Тут еще надо смотреть, с какой стороны вставлять, потому что здесь есть такие специальные поддевашечки для пальчика. То есть раз, и удобно снимать. И щеткой я уже прошлась все. Ногти под ногтями, между в кутикулы. То есть вычистилась все-все-все, добела просто такая красотища. Я, кстати, потом этой же щеточкой и ногти на руках подправила. Я в восторге. Просто, на самом деле, за 5 минут я сделала педикюр элементарно, не используя никаких дополнительных средств, никаких ножниц, просто все очистилось, выровнялось, ножки стали гладенькие, такие шелковые, как попка у младенца. Поэтому я щетку рекомендую, продукт суперский. Очень полезный, столько классных насадок, удобная ручка, потому что у нас в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, выходила такая щетка, но без ручки. И я ей не смогла пользоваться, было неудобно вот это все переворачивать, она у меня выпрыгивала из рук. С ручкой просто классно. Поэтому, девочки, заказывайте, пока есть в каталоге, пока со скидкой. Всего 299 рублей по цене каталога, а если у вас... есть дисконт, то это получится еще на 20% дешевле. А если дисконта нет, то вы знаете, как его оформить. Либо просто напишите мне, либо заполните анкету под этим видео. И я с вами свяжусь, расскажу, как разместить заказ, где его и как получить, и как сделать оплату. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам легкой походки, стройности, легкости, красоты. И если видео полезное, с вас лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.